С понедельника возле кинотеатра «Искра» открылась ставшая уже традиционной и любимой всеми видновчанами ярмарка. Помимо привычных палаток, на площади раскинулся большой шатер с торговыми рядами. Более 80 участников готовы порадовать посетителей качественной продукцией по самым привлекательным ценам. Кожа, дубленки натуральные турецкие, вот такие пальто, шерсть натуралочка, фабричный Китай. Все качественный товар, все фабрика. На этот раз организаторы сделали основной акцент на одежде и аксессуарах, чего здесь только нет. Теплые шапки, шарфы, детская одежда, дизайнерские толстовки российского производства, белорусский трикотаж, турецкие блузки и туники. Благодаря нашему опыту мы знаем фабрики, которые шьют отличные вещи хорошего качества, европейского уровня, блузки, брюки дешевле, чем в магазинах города Москвы и Подмосковья. Большой выбор верхней одежды: пятигорские шубы из норки, мутоны и каракуля, мужские и женские пуховики, пальто и куртки на любой вкус, размер и кошелек. Очень хорошие лекала у них. Я работаю с этой фабрикой 6 лет. Значит, наполнители есть пух, биопух качественный, верблюжка натуральная, халафайбер. Понравившееся можно тут же примерить. В павильоне намного теплее, чем на улице. Нам очень нравится ярмарка. Ассортимент великолепный. Выбор большой. А вам? Как вам ярмарка? Меряем, пока нормально, спасибо. Ну, решили брать или еще пока? Да, я думаю, наверное, да. Гурманы также найдут товары по душе. Мы не смогли пройти мимо павильона с итальянским кофе и белорусским весовым шоколадом. Итальянцы считаются лучшие в мире жарщики кофе, и поэтому мы привезли все виды обжарок кофе. Сильная, средняя, слабая обжарка кофе. Есть молотый, есть зерно. А также не удержались и приобрели пару баночек вкуснейшего полезного конфитюра. Ягоды и фрукты при их приготовлении нагреваются лишь до 38-40 градусов. Витамины сохраняются все живые, кроме витамина С. Он у нас самый летучий. При малейшем нагревании витамин С исчезает. Но зато все остальные, группа А, Б, ПП, они все на месте. Микроэлементы. То есть ягода очень полезна. У входа в павильон большой выбор луховицких солений. Здесь можно попробовать как знаменитые луховицкие огурцы, так и различные виды соленых овощей и даже фруктов. Ассортимент очень хороший, мне нравится. И дети любят. Все они солятся в дубовых бочках по особому семейному рецепту. Только квашеной капусты тут 5 видов. Капуста квашеная с яблоком и виноградом. Она сладкая. Все, что с добавлением, яблоко, клюквы, перца болгарского, это все она как подслащивается именно вот этими дополнительными ингредиентами. Ярмарка будет открыта для посетителей до 8 ноября, включительно часы работы с 10 до 19 без перерыва. При входе в павильон можно воспользоваться бесплатными масками и перчатками. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.